Там же, в Сочи, министр иностранных дел России сегодня прокомментировал отказ Франции передать нашей стране вертолетоносец типа «Мистраль». По словам Сергея Лаврова, наша позиция защищена жесткими условиями контракта. Это проблема Франции, у нас проблем нет, мы защищены контрактом. Судебные процедуры, я думаю, не будут длительными, если вопрос не решится в соответствии с теми обязательствами, которые на себя французская сторона взяла. Накануне президент Франции Франсуа Олланд заявил, что не видит возможности передать «Мистраль» России и объяснил такое демонстративное неисполнение контрактных обязательств обстановкой на Украине.